1917 года почти полмира сотрясались от урагана Первой мировой войны. 28 стран с населением 1 миллиард 300 миллионов человек были втянуты в эту кровавую бойню. Из 52 миллионов мобилизованных в мире Россия мобилизовала 19 миллионов, Германия 13,5 миллионов человек. Россия держала громадный сухопутный фронт, который развернулся от Балтики до Багдада. Если на Северо-Западном фронте немцы захватили большую часть Прибалтики, то на Юго-Западном фронте Россия заняла часть Австро-Венгерской империи. За Кавказом русские войска турецкого и персидского фронтов надежно держали свои позиции. В неимоверно тяжелых условиях, изнывая от жары и лихорадок, в песках Аравийских Эмиратов сражался экспедиционный конный корпус генерала Баратова. Французская армия, в составе которой сражался русский экспедиционный пехотный корпус генерала Марушевского, вела ожесточенные бои с переменным успехом. Корпус в составе трех бригад был доставлен во Францию морем из Владивостока. В Салониках открылся новый фронт, где также сражались русские войска. Громадный русский фронт оттягивал на себя большую часть войск Германии и Австро-Венгрии. Русская армия находилась в тяжелейшем положении. Главный штаб рассчитывал и готовил военные запасы на войну продолжительностью 8 месяцев, а война уже шла 2,5 года. Промышленность не справлялась с потребностями фронта, и часть военных заказов была размещена во Франции, за исполнение которых отвечал полковник генерального штаба граф Игнатьев. И как всегда, тяжесть ошибок и просчетов легла на плечи русского солдата. К 1917 году в войне определился затяжной характер. Если Англия и Франция знали, за что воюют, то Россия на сей счет не имела четкого ответа. Но Англия, спасая себя усилиями своей закулисной дипломатии, второй раз за последние 100 лет втянула Россию в большую европейскую военную свалку. Надеяться было не на кого. Слабовольный царь и его окружение вместе с Григорием Распутиным потеряли всякое уважение. В народе и в армии про них складывались анекдоты. Приходит Гришка Распутин в будуар к царице, снимает плисовые штаны и так далее. И над всем этим витала атмосфера безнадежности. Все началось у этого хлебного магазина Филиппова, когда взбунтовалась очередь. И 27 февраля 1917 года в России свершилась революция, которую активная часть российского общества восприняла как надежду на будущее. Россию захлестнула эйфория свободы. Кипели политические страсти, на политическую авансцену полезли все кому угодно, обещая демократические свободы, о которых большая часть населения имела весьма смутное представление. Был сформирован Временный комитет, затем Временное правительство во главе с адвокатом Керенским, к которому и перешла вся полнота власти до созыва учредительного собрания. Жандармерию упразднили, полицию разогнали, оставалась армия, но уже 1 марта 1917 года Петроградский совет издает приказ номер 1 о введении равноправия солдат и офицеров и о создании в частях комитетов. Эти комитеты стали началом развала славной русской армии. Русская революция всполошила мировой политический бомонд. Армия Франции, получив от Временного правительства заверение о войне до победного конца, успокоились. То Германия рискнула из этого извлечь выгоду для себя. Главной целью Германии было вывести Россию из войны. Немецкий генеральный штаб имел подробные досье на политических фигурантов в России. И немецкие аналитики выбрали для этой цели РСДРП и Ленина, который находился в Швейцарии. И этот выбор не был случайным. Большевики, так же как и эсеры, имели в России широкую подпольную сеть. И несмотря на то, что они были более малочисленной партией, они имели привлекательную идеологию, простую и понятную широким массам. К этому моменту страна уже более 3 лет воевала, ведя упорную борьбу, напрягая все свои силы и ресурсы. Главным противником у России была Германия. Большевики быстро договорились с немцами, и на них по нескольким каналам, в том числе и через дельца Парвуса, хлынул поток немецких марок. Сам Ленин и его окружение, как тогда говорили, в опломбированном вагоне через все границы и фронты были сопровождены немцами до России. Отрабатывая немецкие деньги, в марте 1918 года большевики заключили унизительный Брест-Литовский мир, по которому немцам должны были отдать Украину, Крым, Балтийский и Черноморские флоты. Балтийский флот моряки не сдали.
А вот 10 кораблей Черноморского флота во главе с линкором «Воля» ушли в Севастополь и сдались немцам. 18 июня 1917 года 8-я русская армия перешла в наступление, но не поддержанная резервами с большими потерями отступила. Резервные части по решению солдатских комитетов отказались участвовать в наступлении. Временное правительство, раздираемое политическими амбициями, было слабым и неумелым. Промышленность и транспорт разваливались. Армейские офицеры во главе с Корниловым решили устроить путч, чтобы навести в армии и в стране привычный им порядок. Как ни странно, но это сыграло на пользу большевикам. Керенский, спасая свою власть и себя от военной диктатуры, хватаясь за все, узаконил Красную гвардию, которая в то время находилась на полулегальном положении. А это была уже армия большевиков, которая получила доступ к армейским арсеналам. Кроме этого, под рукой большевиков постоянно находился Балтийский флот, который поддерживал их главным калибром и десантом. Временное правительство неоднократно предпринимало попытки расправиться с большевиками, но Ленин, умело лавируя между политическими течениями мутного Российского моря, довел ситуацию до осени 1917 года. Поначалу большевики планировали быть во власти порядка 6 месяцев. Накопить в результате экспроприации России средства достаточно для свершения мировой революции, которую они планировали начать со Швейцарии. По большевистской теории того времени, социалистическая революция могла быть успешной только в капиталистически развитой стране. Но аграрная Россия никак не подходила для этого. Это потом уже родилась их теория социалистической революции в отдельной взятой стране. Но войдя во вкус власти, они уже не могли отказаться от нее. К осени 17 года экономическое положение резко ухудшилось. Продовольствие было, но города голодали. К этому моменту единственная опора временного правительства, русская армия, окончательно развалилась. И 25 октября власть фактически бескровно перешла в руки большевиков. Одного холостого выстрела крейсера «Аврора» оказалось достаточно, чтобы огромная Российская империя рухнула, оставив после себя кучу проблем. Матрос-железняк распустил учредительное собрание, и для России демократический путь развития был надолго отрезан. На местах большевики, ничего не зная о предательстве своей партийной верхушки, самоотверженно боролись за волю, за землю и за светлое будущее. На страну надвигалась кровавая вакханалия гражданской войны. О февральской революции, которая свершилась в Петрограде 27 февраля 1917 года, достигла Дальнего Востока 3 марта и уже 4 марта во Владивостоке был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно с созданием Советов Временное правительство создавало свои органы власти в лице Комитетов общественной безопасности, и такое двоевластие сохранилось до октября 1917 года. Большевиков на Дальнем Востоке было мало. Так, из 750 человек Владивостокского совета, выбранных в марте 1917 года, большевиков было только 9 человек. Это уже только после октября. Партия большевиков, как правящая, стала расти как на дрожжах. В нее почти полностью вошла еврейская организация «Бунт» и другие. Большевики на местах создавали и вооружали отряды Красной гвардии, по уставу которой ее членами могли быть только рабочие, рекомендованные предприятиями. В марте Владивостокский совет принимает решение, которое отрепетировали другие советы, об упразднении полицейской администрации. Полицию разоружили и заменили милицией солдат и рабочих. На Дальнем Востоке, как и по всей России, пышно закурчавилась преступность. Девиз уголовников того времени был таков: «Ростов – папа, Одесса – мама, а Владивосток – помойная яма». Накануне октября в составе Преамурского военного округа находились 4 крепостных артиллерийских полка, 22 ополченческих дружины, 6 артиллерийских батарей, 14 запасных сотен Амурского и Уссурийского казачьих войск и экипажи Сибирской и Амурской флотилий. Всего насчитывалось более 80 тысяч военнослужащих.
С весны 1917 года левые партии, в основном большевики, почти беспрепятственно вели в войсках пропаганду против войны с единственной целью – разложения армии и привлечения ее на свою сторону. К осени они добились желаемого, кроме казачьих войск, где в этой части результаты были более скромные. В октябре большевики, пользуясь слабостью временного правительства и ведомые злым гением Ленина, имели свои вооруженные силы и были более других готовы захватить власть. 26 октября 1917 года на Дальнем Востоке стало известно об Октябрьском перевороте в Петрограде. 4 ноября большевики Владивостока, опираясь на поддержку гарнизона и рабочих, добились переизбрания эсера меньшевистского исполкома в свою пользу и захватили власть. 7 ноября собрание солдат Хабаровского гарнизона приняло решение о немедленной передаче власти советов и упразднении комиссаров Временного правительства. К 14 декабря 1917 года по всему Дальнему Востоку, кроме Амурской области, власть практически без сопротивления перешла в руки большевиков. Правда, в Хабаровске 11 декабря правым эсером Русановым, бывшим комиссаром Временного правительства, была осуществлена попытка возврата власти. В ночь на 12 декабря красногвардейцы, солдаты 730-й дружины и матросы Амурской флотилии заняли почту, телеграф, вокзал, банк и арестовали Русанова и его сообщников. 14 декабря 1917 года Третий Краевой съезд Советов передал всю полноту власти на Дальнем Востоке Краевому комитету Советов, председателем которого был избран Краснощеков. Узурпация власти одной партии исключила демократические преобразования в России. Кроме этого, весной 1918 года на местах большевики стали открывать отделы чрезвычайной комиссии, так называемые ЧК, которые приступили к сортировке российского общества по классовому признаку. Своими считались рабочие и с определенными допусками крестьяне, и то не все. Остальные относились к чуждым элементам или к откровенным врагам. К этой категории относилось офицерство, инженерный корпус, трудовая интеллигенция, служители культуры и культа. К тем, кто служил у большевиков, относились терпимо, к тем, кто был политически нейтрален, относились с подозрением, а те, кто каким-то образом выказывал свою нелояльность советской власти, считались врагами, арестовывались и часто просто уничтожались. Такими своими действиями большевики оттолкнули от себя довольно широкий слой населения России, не оставив им места под солнцем на родной земле. И им ничего не оставалось, как взяться за оружие или эмигрировать. Причина такой жестокости крылась в вековой ненависти трудовой части российского общества к власти имущим. Она накапливалась со времен крепостного права, которое было задумано на защиту крестьян, а превратилось в рабство. Эта ненависть держалась на несправедливости российского общества и распространялась на всех, кто был ближе к власти, чем рабочие и крестьяне. Временное правительство упустило время для демократических реформ. Большевики в октябре уничтожили последние институты старого государства, и все стало можно. В стране был объявлен красный террор, на защиту от которого встала довольно малочисленная цепь тех, кто поддерживал белое движение. Их и не могло быть много, так как в России в то время только аграрная была на 80%. Белое движение преследовало своей целью дальнейшее буржуазно-демократическое развитие России, что в условиях незавершенной в стране капиталистической реформы, начатой еще Петром Столыпиным, было реальной и исторически оправданной необходимостью. Первые антисоветские вооруженные отряды белого движения появились в ноябре 1917 года на востоке России. Организатором их стал есаул Забайкальского казачьего войска Семенов. Первое вооруженное выступление Семенов провел во главе отряда из 15 человек. Штаб Иркутского военного округа выделил Семенову 60 тысяч рублей, и в декабре отряды Семенова разоружили охрану Китайской восточной железной дороги и арестовали местный совет. В феврале 1918 года в Харбине был организован Дальневосточный комитет защиты Родины и учредительного собрания. Управляющий Китайской восточной железной дорогой генерал-лейтенант Хорват
имеющий свои охранные войска и финансы, оказывался действия комитету. Для противодействия Семенову был создан Даурский фронт под командованием Сергея Лозо. На востоке России поднималась кровавая заря гражданской войны. На политическом фоне Дальнего Востока особняком выделялись казаки. Казаков селили вдоль государственной границы. Непосредственную охрану границы осуществлял корпус пограничной стражи. Кстати, первостроитель города Хабаровска капитан Дьяченко, впоследствии в чине подполковника, служил на границе в районе озера Хасан. Казачьи подразделения использовались как первый воинский эшелон прикрытия границы. Если банды хунхузов прорывались через тонкую линию пограничной стражи, то зону территории казаков проходили далеко не все. По своей сути, казаки были малограмотными крестьянами-хлеборобами, щедро наделенные землей, которые жили своим укладом и имели свою культуру, основанную на многовековых традициях. По возрасту они проходили срочную службу в регулярных казачьих полках. Во время войны казаки мобилизовывались в конные регулярные полки, дивизии и корпуса. Они имели свою пехоту пластунов и конные артиллерийские дивизионы. На местах казачье войско было организовано по иррегулярному принципу. Каждый казак у себя в доме хранил форму, амуницию и оружие. Они были расписаны по сотням и по сигналу тревоги быстро собирались, готовые к походу и бою. Казаки были настоящими защитниками веры царя и отечества, с измальства приученные к дисциплине. Казачество неоднозначно встретило советскую власть, но некоторые лозунги большевистской пропаганды им были понятны, и многие казаки их приняли. Но летом 1918 года председатель ВЦИК Яков Свердлов подписал постановление, которое упраздняло казачье сословие и лишало их привилегий. Этим постановлением центральная советская власть определила свое отношение к казачеству, вызвав ответную реакцию. Много казаков сражалось в рядах революционных войск, но все же основная масса казачества поддерживала белое движение. Советская власть никак не хотела устанавливаться в Амурской области. За нее шла упорная политическая борьба. Амурская область была житницей Дальнего Востока и имела крепкое сельское хозяйство, которое было более механизированным, чем в среднем по России. Поставку сельскохозяйственных машин осуществляла американская фирма «Маккормик», и их могли приобрести зажиточные крестьяне и казаки, которых в области было немало, и они не очень желали советскую власть. К тому же в Благовещенске располагался штаб и управление Амурского казачьего войска. 26 января 1918 года Благовещенский совет большинством голосов все же вынес решение об установлении советской власти. Антисоветски настроенная часть населения города под видом создания гражданской милиции вооружала белогвардейские отряды, численность которых к началу мятежа составляла более 3000 человек. 6 марта 1918 года в Благовещенске вспыхнул мятеж, которым руководили атаман Амурского казачьего войска Гамов и бывший комиссар Временного правительства СР Кожевников. Белогвардейцы арестовали весь состав исполкома, часть делегатов 4-го крестьянского съезда Амурской области и находившегося в Благовещенске председателя Далькрайисполкома Краснощекова. Немногочисленные отряды красногвардейцев отступили к Астрахановке, которая вскоре стала военным лагерем. Надо отдать должное большевикам, которые быстро смогли мобилизовать силы для подавления мятежа атамана Гамова. Вот выдержки из телеграмм того времени. Из Владивостока. Сегодня высылаем 500 человек при 12 пулеметах и 4 орудиях. Из Никольск-Уссурийского. Высылаем 12-й полк в полном боевом снаряжении. Из Хабаровска. Рабочие арсеналы из Атона, вооруженные орудиями и пулеметами, в 12 дня выехали на Благовещенский фронт. Из Читы. Сегодня высылаем 15 платформ, груженных орудиями и снарядами. Так началась гражданская война на Дальнем Востоке.
которое суждено было длиться почти 4 года. Белогвардейцы сделали попытку ворваться в Астрахановку и уничтожить революционные силы, но были отброшены. В Астрахановку прибывали крестьянские обозы с зерном, пригоняли скот, шли демобилизованные солдаты владивостокских крепостных полков. К 12 марта в рядах Красной гвардии насчитывалось уже 12 тысяч бойцов. Штаб советского командования, возглавляемый Комаровым и Аксеновым, предложил Гамову сдать город без боя. В ответ атаман сказал: «Я ваших призрачных сил не страшусь». 12 марта в 5 часов утра красные войска, намного превосходящие мятежников, ворвались в город. И к вечеру наступающие красногвардейские отряды вышли к Камуру, по льду которого в китайский город Сахалян уходили остатки белого воинства, атаман Гамов и жители города, которые опасались расправы за участие в мятеже. Стрелять по ним было нельзя, так как пули летели на китайскую сторону. Арестованные Гамовым, исполком с его председателем Мухиным, председатель Далькрайисполкома Краснощеков и другие не были расстреляны. И красногвардейцы освободили их из тюрьмы, в которой они содержались. Это было первое вооруженное противостояние белых и красных на Дальнем Востоке, и на этом этапе никто не проявлял особой жестокости. Еще было как-то непривычно уничтожать друг друга. При штурме Благовещенска с обеих сторон погибло около 100 человек, и они были похоронены вместе. Кровавые события произошли позже, когда на Дальнем Востоке по-настоящему заполыхала гражданская война. Дальний Восток, как и вся страна, разделились на два лагеря. И русские дрались с русскими, уничтожая друг друга, на потеху всему миру, особенно нашим заклятым друзьям по Антанте, и в первую очередь Англии и Франции. Революционные события в России создали серьезную угрозу военным и экономическим интересам странам Антанты и США. С приходом к власти большевиков стало понятно, что Россия больше не будет участвовать в Первой мировой войне. Этого больше всего опасались Англия и Франция, так как в этом случае они оставались один на один с Германией, и в этих условиях в своей победе они сильно сомневались. И не напрасно. Как показали дальнейшие события, только вступление в войну США и высадка их дивизии во Франции окончательно привели Германию к поражению. Было ли известно англичанам и французам о тайном сговоре большевиков с немцами? Скорее всего, да. И после Октябрьской революции они сразу приступили к организации интервенции против России для свержения советской власти. Интервенты стремились к тому, чтобы Россия продолжала участвовать в войне и максимально ослабить ее, как потенциального конкурента в экономике. На первом этапе было принято решение сделать это силами белого движения. 23 декабря 1917 года страны Антанты достигли договоренности и разделили между собой территорию России на сферы влияния. Япония и США получили свободу действия в Сибири и на Дальнем Востоке, Англия и Франция на юге России. Интервенты буквально наперегонки кинулись в Россию, и 30 декабря 1917 года во Владивосток вошел японский броненосец «Ивами», на два дня опередивший английский крейсер «Суфолк». Корабли вошли без разрешения русских властей. Интервенты не доверяли друг другу, и по этой причине во Владивостоке, кроме японцев и американцев, появились англичане, французы, итальянцы и даже экзотические греки, в надежде не опоздать к разделу такого пирога, как Сибирь и Дальний Восток. По этой же причине американцы высадились на русском севере. Консолидация белого движения происходила в Харбине, где в полосе отчуждения китайско-восточной железной дороги собирались те, кто бежал от советской власти. Управляющий КВЖД генерал-лейтенант Хорват оказывал им содействие поначалу своими силами и средствами, но после 23 декабря 1917 года страны Антанты начали активное финансирование белого движения. Кроме этого, они организовали блокаду России. Дальний Восток в продовольственном отношении был дотационным, и недостающий хлеб традиционно поставляли из Маньчжурии. Границу закрыли, и 200 тысяч пудов оплаченного зерна не поступили на Дальний Восток. Белогвардейцы стали соучастниками в реализации далеко идущих планов интервентов, направленных не на пользу России. В полосе отчуждения китайско-восточной железной дороги формируют свои боевые отряды Семенов, Орлов, Калмыков, Самойлов, Маковкин и другие.
Адмирал Колчак, возвращаясь из Америки через Японию, принял предложение генерала Хорвата на службу начальником войск полосы отчуждения и стал членом Комитета защиты Родины и Учредительного собрания. Он потратил немало сил в отношении обучения и дисциплины при создании регулярных частей Белой армии, а сделать это было непросто, так как, например, отряды Семенова и Калмыкова финансировались не через комитет, а напрямую японцами. Весной 1918 года, после провалов мятежей атаманов Семенова и Гамова, стало очевидным, что внутренняя контрреволюция в Сибири и на Дальнем Востоке исчерпала свои возможности. Дальнейшие действия интервентов и белых были совместными и тщательно планировались. Так, 4 апреля 1918 года во Владивостоке убивают двух граждан Японии, и японцы вместе с англичанами высаживают десант под предлогом защиты жизни и имущества иностранных граждан. 7 апреля атаман Семенов повел наступление на Читу с целью отрезать Забайкалье и Дальний Восток от России. 16 мая подписывается Японско-Китайское соглашение о военном сотрудничестве, по которому Китай обязывался оказывать помощь японской армии на своей территории. В мае 1918 года вооруженные отряды Орлова, Калмыкова, Самойлова и других под командованием генерала Плешкова из Маньчжурии вторглись на территорию Приморья. Поручик Голицын, раздайте патроны Корней Аваленский. 5 июня 1918 года Приамурский военный округ был объявлен на военном положении. В тот же день во Владивостоке был создан революционный штаб под председательством Константина Суханова, который приступил к мобилизации сил и средств для отпора белогвардейского вторжения. 8 июня приказом Дальневосточного краевого штаба Красной армии, Красной гвардии и флота был создан Градековский фронт, командующим которого был назначен Тонконогий. Белогвардейские отряды общей численностью около 1000 человек дислоцировались на станции Пограничной, ныне Суйфэньхэ, и оттуда совершали свои набеги на территорию Приморья. Советские войска Градековского фронта составляли более 3000 человек при 16 орудиях и нанесли ряд ударов по основным силам белогвардейцев, и те вынуждены были прекратить свои боевые действия. Для полного разгрома белых отрядов Даль совнарком потребовал от китайских властей пропустить советские войска на их территорию. Китайский генерал Тао заявил, что они сами разоружат белогвардейцев, но это обещание не было выполнено. Спустя несколько дней после этих событий во Владивостоке вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса. Чехословацкий корпус был сформирован в 1917 году из военнопленных австро-венгерской армии на добровольных началах и дислоцировался на Украине. В начале 1918 года было принято решение о переброске корпуса на Западный фронт во Францию морем через Владивосток. Во Владивостоке скопилось 14 тысяч бойцов корпуса под командой начальника штаба корпуса русского генерала Дитерикса, а морского тоннажа для транспортировки войск, который должна была поставить Франция, не было. Это делалось умышленно для того, чтобы спровоцировать чехословаков против советской власти, которая якобы саботирует их отправку в Европу. Рано утром 29 июня 1918 года чехословаки выступили с оружием, арестовали весь состав Владивостокского исполкома, захватили госучреждения и разоружили Красную гвардию. Небольшой отряд красногвардейцев и матросов несколько часов вел упорный бой во Владивостокской крепости, затем, прорвав заслон, отступил. В городе начались аресты, заработал военно-полевой суд. Власть перешла временному правительству автономной Сибири во главе с Дербером. Но не все чехословаки приняли участие в мятеже. 3-й, 7-й и 11-й полки корпуса отказались участвовать, были разоружены и изолированы. А часть бойцов корпуса и вовсе сражалась в составе интернационального отряда на стороне советских войск. 6-тысячный отряд белочехов из Владивостока устремился к Никольску-Сулийскому. Командиры красногвардейцев Тонконогий и Чумак наметили линию обороны и установили порядок вывода войск на позиции. Так образовался Уссурийский фронт, командующим которого Даль совнарком назначил Саковича. 3 июля развернулись ожесточенные бои за Никольск-Уссурийский, которые продолжались несколько суток.
После того, как противник применил дальнобойную артиллерию, защитники города, ведя арьергардные уличные бои, оставили город и отступили к Спасску. В этот период отмечено массовое вступление в Красную гвардию пополнения. Из Иманского уезда поступило сообщение о всеобщем вооружении населения. Из Тихоновской волости телеграфировали: «Приготовьте все необходимое, идут все, способные носить оружие». Народ поднялся на защиту своей родины от иноземцев. Мятеж чехословацкого корпуса, поддержанный белогвардейцами, развернулся от Поволжья до Владивостока и создал серьезную угрозу. Отряды Калмыкова и Орлова вновь перешли к активным действиям и повели наступление от Градекова. Но и в этих условиях советская власть Дальнего Востока в организационном плане успела сделать многое. Из Благовещенска по Амуру для оказания помощи фронту был отправлен караван судов. Адмирал Макаров, Линевич, Алеша, Владимир и другие. Моряки-амурцы снимали орудия со своих кораблей для вооружения бронепоездов. Команда канонерской лодки «Монгол», не желая передавать свои орудия в чужие руки, перешла на бронепоезд. На фронт было отправлено 8 бронепоездов. Артиллерия фронта состояла из 80 орудий, мортирных и ракетного дивизионов. В распоряжении фронта находился авиационный отряд. Численность войск фронта достигла 15 тысяч человек. 31 июля по всему фронту началось наступление революционных войск. Первыми атаку начали 2-й Хабаровский и Спасский батальоны под командованием Флегонтов. И стремительной атакой выбили противника с высот Ушмаковского монастыря. В военных действиях самого большого напряжения сил и воли требует штыковая атака. Но самое страшное – это ночная штыковая атака. Некоторые бойцы не выдерживали психологического напряжения и сходили с ума. В ночь на 1 августа красногвардейские отряды численностью 4000 человек при 8 орудиях и 4 мортирах под командой Шевчука и Урбановича повели наступление на сильно укрепленные Каульские высоты, которые были ключом обороны белочехов. Бой длился целый день, и ценой больших жертв Каульские высоты были взяты. Отряд уссурийских казаков под командой Шевченко спустился на пароходах по реке Сунгач, которая считалась несудоходной, до озера Ханка и занял камень рыболов. Здесь, после трехдневных упорных боев, казаками был разбит отряд подполковника Орлова, остатки которого отступили в Градеково. 20 августа красногвардейцы Флегонтова скрыто подошли к деревне Антоновка, где располагался отряд Калмыкова. Неожиданный артиллерийский огонь вызвал у белогвардейцев панику, и они бежали, оставив все свое вооружение. Красногвардейцам досталось 150 оседланных лошадей, 4-орудийная горная батарея, 7 пулеметов, винтовки и большое количество патронов. Белочехи в районе станции Свиягина оказались в полукольце. Страны Антанты, опасаясь полного разгрома чехословацкого мятежа, перешли к открытой интервенции. События разворачивались скоротечно. Во Владивостоке срочно разгружаются военные транспорты с войсками 12 и 14 японских дивизий численностью более 12 тысяч человек. Из Манилы прибыли 27 и 31 американские пехотные полки численностью 3 тысячи солдат, французы числом 1200 человек и англичане порядка 1000 солдат. Прямо с совместного парада интервентов и белогвардейцев войска отправлялись на Уссурийский фронт. В районе Свиягина разгорелись ожесточенные бои. Красные части, теснимые превосходящими силами интервентов, отступали. 25 августа 1918 года в Хабаровске начал работать 5-й чрезвычайный съезд Советов, который принял единственно правильное решение – прекратить открытые военные действия и перейти к гражданской борьбе. Для организации планомерного отвода частей на фронт выехал Павел Постышев. 4 сентября в Хабаровск вместе с частями интервентов вошли калмыковцы. Сентября 1918 года в 6 часов вечера в Хабаровск вошли передовые кавалерийские части Калмыкова и вслед за ними японские и американские войска. От Амурского моста еще доносились выстрелы отступающих на запад красногвардейских частей.
На следующий день на вокзале хабаровчане торжественно с песнопением соборного хора встречали атамана Калмыкова. Иван Павлович Калмыков был родом из Харьковской губернии. В 1909 году окончил Тифлисское саперное училище и служил в Спасском саперном батальоне. К наукам он не тяготел, и в 1913 году по его рапорту был переведен в Уссурийский казачий полк, в составе которого, командуя 4-й сотней, участвовал в Первой мировой войне, храбро сражался и был награжден орденами и георгиевским оружием. В этой же сотне вахмистром служил Герасим Шевченко, будущий командир отряда уссурийских казаков. Вернувшись с фронта, Калмыков активно выступал на митингах и собраниях. В октябре 1917 года поддержал большевиков, приобрел популярность и казачьим кругом был выбран войсковым атаманом уссурийского казачьего войска. Определенной политической платформы у Калмыкова не было. Вечером 5 сентября хабаровская знать в этом здании офицерского собрания устроила бал в честь освободителей. Через эту дверь собрания, которая выходит непосредственно в парк, появилась разогретая вином компания русских, американских и японских офицеров и в сопровождении дам направилась в сторону утеса. Калмыков шел, слегка покачиваясь, поддерживаемый бывшей женой купца Пьянкова. Оркестровая сцена, называемая «Ракушкой», находилась почти на этом месте, и там играл оркестр из пленных венгерских музыкантов. Компания остановилась, и на рампу поднялся начальник контрразведки полковник Михайлов. На вопрос «Большевики?» капельмейстер оркестра ответил, что они музыканты и политикой не занимаются. «Интернационал играли?» И после откровенного ответа, что они музыканты и играют все, русские офицеры набросились на них. Музыкантов били кулаками и инструментами, и избитых и униженных отвели на утес. Их не расстреляли. На краю утеса 16 венгерских музыкантов зарубили шашками и тела сбросили в амур. Вскоре были арестованы порядка 200 красногвардейцев и им сочувствующих и расстреляны. Так установился калмыковский режим, под юрисдикцию которого входил Хабаровск, Хабаровский и Иманский уезды. Из хабаровской окрестности, спасаясь от репрессий, уходили люди, пополняя ряды партизан, ушедших сразу. В этом здании на улице Калинина в городе Хабаровске располагалась и день и ночь работала калмыковская контрразведка. В этом районе Хабаровска, который называется памятник партизанам, в этом овраге находился карьер, где добывали глину для кирпичного завода. Сюда привозили заключенных, в следственном деле которых была резолюция – на завод. За период калмыковского правления, которое длилось почти 2 года, здесь были расстреляны и захоронены сотни людей. Калмыков имел и передвижную контрразведку, так называемый «вагон смерти», который фактически состоял из 2 вагонов. В одном велось следствие и располагалась охрана, во втором содержались арестованные, и из него живым никто не выходил. Ночью вагон смерти выставляли на Амурский мост, арестованных со связанными проволокой руками выводили из вагона. Рачительные казаки старались патроны не тратить. Узников рубили шашками и сбрасывали с моста. Это один из немногих, кому удалось в темноте распутать руки, прыгнуть с моста и спастись. В разгар гражданской войны и белые, и красные вели себя с одинаковой жестокостью. Народ-то был один с присущим ему менталитетом того времени. Но Калмыков превзошел всех. Американцы и японцы неоднократно возмущались его действиями. Колчаковская прокуратура во Владивостоке завела на Калмыкова дело, о котором постепенно забыли. Кроме белогвардейской контрразведки, в Хабаровске исправно работали японская и американская контрразведки. Американцы в городе имели свой концентрационный лагерь. Среди интервентов самыми жестокими были японцы. После захвата Хабаровска, когда по наводке управляющей мельницы Тифунтая громили китайскую слободку, где скрывались раненые красногвардейцы, 4-летняя девочка по наивности вступилась за свою мать, которую тут же насиловали. Японский солдат поддел ее на штык и выкинул в окно. Японцы жестоко подавляли любое проявление неповиновения. В деревне Красный Яр они закрыли в школе и заживо сожгли 35 жителей деревни. Сейчас пытаются обелить атамана Калмыкова. Дескать, он не принимал участия в казнях. Все это делал начальник контрразведки Михайлов.
Да, Калмыков как боевой офицер лично не участвовал в казнях, но это был им созданный и возглавляемый режим, который существовал исключительно на деньги японцев. Калмыков был жестокий человек. Он преследовал и уничтожал своих политических оппонентов, расстрелял свой юридический отдел первого состава за то, что недостаточно убедительно готовились документы, позволяющие Калмыкову, по его словам, отбрехиваться за репрессии. Он не пощадил и начальника своего штаба, а дело было так. В 70 километрах вниз по Амуру от Хабаровска располагается огромное и красивое озеро Катар, богатое рыбой и дичью. В конце июля 1919 года в озеро вошла моторная лодка с тремя охотниками и пришвартовалась к этому берегу на входе в озеро. Приезжие расположились в балагане рыбака Трускова и сохраняли свое инкогнито. Но он от моториста узнал, что приехал начальник штаба Калмыкова полковник Горосевич с адъютантом и денщиком. Несмотря на запрет, Трусков сообщил о гостях своему соседу, такому же рыбаку, и тот на весельной лодке добрался до села Вятское и сообщил об этом партизанам. На следующий день полковник Горосевич и его спутники внезапно и без шума были захвачены партизанами. К этому времени в хабаровской тюрьме томились, ожидая расстрела, 16 командиров Красной гвардии, и среди них Белотелов, Донга, Суслов, матрос Филь и другие. Командующий партизанами при Амуре Бойко Павлов отправил моториста с письмом к атаману Калмыкову и предложением обмена 16 заключенных на полковника Грасевича. Калмыков опубликовал в газете официальное согласие на обмен, и 20 августа 16 заключенных под конвоем были доставлены на пароход «Талисман». На третий день «Талисман» прибыл в Хабаровск, и газета «Приамурская жизнь» сообщила, что обмен состоялся. Полковник Грасевич выехал на лечение. На третий день к косе у села Елабуга прибило изрубленный труп, в котором партизаны узнали комиссара Белотелова. Казаки зарубили всех 16 узников и тела бросили в Амур. Судьба полковника Грасевича и его спутников была предрешена. Но не всегда обмены пленными заканчивались столь трагически. Осенью 19 года на станции Вяземская партизаны захватили в плен американского капитана Гредмана. На следующий день со станции Котикова в Хабаровск на имя Калмыкова была отправлена телеграмма. «Взят партизанами. Именем нашего командования требую немедленного освобождения всех 19 арестованных в Вяземск. В этом случае мне даруют жизнь. Капитан Гредман». Арестованные были возвращены в Вяземскую и в назидание выпороты калмыковским конвоем. Вечером волостной старшина Жабицкий передал арестованных партизанами, но те, узнав о порке, самым достойным образом выпороли капитана Гредмана, и тот, поддерживаемый Жабицким и держа штаны в руках, поковылял на станцию Вяземская.